Ну а мы тем временем уже готовы пообщаться с нашими коллегами из курортного города, предоставить защиту и оказывать помощь пострадавшим, принцип которым руководствуется комитет Красного Креста. И об этом сейчас мы поговорим с нашими коллегами в Евпатории на прямой связи со студией Антонина Бугреева. Тонь, доброе утро. И кому помогают такие организации у вас в городе? Доброе утро, коллеги. С наступлением Нового года и организации, у каждой организации появляются свои планы на год. Рядом с нами находится Алла Тарамаева, председатель Евпаторийского отделения общероссийской общественной организации «Красный Крест». Алла Георгиевна, доброе утро. Скажите, пожалуйста, что запланировано у вас на этот год? Ну, как бы на этот год мы будем продолжать нашу работу. Может быть, даже где-то и какие-то новые новшества будут вводиться. Но то, что мы провели в прошлом году, то я думаю, что это достаточно того, что мы работаем. Но постараемся еще что-то новенькое. Ну а чем занимается ваша организация? Какой фронт работ, так скажем, у вас есть? Ну смотрите, даже само слово «Красный Крест» уже о чем-то говорит. Это говорит о том, что «Красный Крест» при первой возможности мы оказываем помощь любому человеку, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Поэтому мы работаем как и с государственными учреждениями, как и с частными лицами. Работа очень обширная. Но самое главное в нашем обществе – это, конечно же, дети. Я, насколько знаю, вы очень много внимания уделяете именно поддержке и, детей. Вот какая работа с ними проводится? У нас действительно много семей, к сожалению, которые дети в трудной жизненной ситуации в семье. И мы стараемся для них сделать, более большего внимания уделить. То есть мы, вот смотрите, у нас был прекрасный праздник о том, что мы их отправили в школу. Это по прошлому году. Значит, мы каждому выдали прекрасный школьные принадлежности, игрушки, этим семьям продуктовые наборы. Был прекрасный праздничный концерт. Дети ушли, просто, вы знаете, охапки в руках вот этих подарков, они были крайне-крайне благодарны. Департаментом труда и соцзащиты мы работаем и также с пожилыми людьми. А с детьми, конечно, это намного даже как-то приятнее и душевнее. Так что мы стараемся для них. Ваша помощь очень важна, конечно же. А поддержка семей, вот были ли такие случаи, когда на каком-то этапе вы помогали им встать на ноги, и потом они уже дальше сами? Конечно, сами... конечно. Например, вот такие случаи, когда была семья, и случилось так, что, предположим, папа попадает в места не столь отдаленные. Семье очень тяжело. Потом она выбирается из этого положения, срок проходит, он приходит с этих мест, а его дома никто не ждет. Его выписали, жилья нет, и мы, конечно, тоже этим людям стараемся помочь. Мы сначала делаем им это питание, одежду, и направляем в органы, которые могли бы помочь уже с государственной точки зрения, оформление документов и все прочее. И таких немало у нас в городе. Вот организовывается и пункт обогрева для таких людей. Поэтому взрослых мы тоже не забываем. Если случаются пожары, то же самое. Департамент труда и соцзащиты обращается к нам с письмом. Надо помочь. Мы даже выходим на руководителей санаториев. Мы просим у них, чтобы они помогли, тоже подключились. Там кто-то мебелью какой-то списанной, предположим. Кто-то матрасы, постельное белье. То есть стараемся помочь так, чтобы человек первое время встал на ноги, а потом он уже будет сам выкарабкиваться, так скажем. Ну, понятно. А с пунктами обогрева тогда вот каким образом дальше будет работа проходить? Вот сейчас на данном этапе она такая немножко скомканная. Может быть, в этом году какие-то планы есть по организации дальнейшей становления на ноги тех людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации?
Ой, это такой сложный вопрос, я хочу сказать. Я уже несколько лет обращаюсь в администрацию города с тем, чтобы все-таки в нашем городе было учреждение, где мы могли капитально помочь. Не просто визуально так вот сверху, а капитально помочь этим людям. То есть, чтобы они могли поселиться, чтобы они могли помыться в первую очередь, чтобы была доврачебная помощь, чтобы был юрист в помощи документов. И это очень важно. Может быть, тогда у нас и город очистится. Вот. А сегодня мы вынуждены по окончании рабочего дня, эти люди уходят опять на улицу. Мне очень жалко. Понятно. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам сегодня этим утром в студию, коллеги. Ну, а я вам желаю хорошего дня. Как ваше настроение этим утром? Тоня, большое спасибо. У нас настроение замечательное, тем более компания у нас потрясающая. Вот Александр, наши дорогие телезрители. Ну и, конечно же, спасибо, что и вы к нашему эфиру присоединились.